Я Евгений Павлов, участник проекта «Тверь Тим». Я в какой-то момент заболел ездой по бездорожью. Я застрял на «Жигулях» и понял, что это не мое. Мне надо, чтобы я мог проезжать, преодолевать какие-то препятствия. Самое смешное, что первое соревнование, когда я приехал на грузовике, говорю, я хочу участвовать, да вот, пожалуйста, в зачете полноприводный. На меня так посмотрели, сказали, ты отдельно поедешь. Именно трофи все-таки это езда больше на преодоление, на бездорожье. Ну, это хорошая на самом деле тема, потому что она учит понимать, как ехать, учит как бы вылезать из каких-то там сложностей, да. Тверская, наверное, школа оффроуда считается одной из таких сильнейших, как бы, в России, во всяком случае. У меня рекорд называется «За самое протяженное путешествие на квадроцикле в условиях Заполярья». Причем самое смешное, что Гиннес мне отказал в рекорде с мотивировкой, что слишком сложно, невозможно повторение. Я бы пожелал заниматься тем, что нравится, и болеть этим. Я закрыл фирму в один момент, когда меня позвали делать Кубок мира. По молодости это было сделать для меня вообще легко, как бы, да, то есть не задумывался о деньгах, я пошел делать то, что мне нравится.